Архангельск был заложен в XVI веке по приказу Ивана Грозного. Покровитель города – архангел Михаил. На гербе города архангел поражает дьявола. Архангельск – город морской славы России, духовная колыбель и торговый центр русского севера. В конце XVII века над высоким берегом Двины стали белокаменные гостиные дворы – место для торговых дел с заморскими купцами. По приказу Петра Великого для защиты Архангельского порта от неприятеля была построена первая каменная крепость русского севера – Новодвинская. Древние стены и сейчас производят впечатление на тех, кто проходит по реке мимо Грозной цитадели. Архангельск – город торговый. Его центральные улицы до Октябрьской революции занимали особняки банкиров, владельцев пароходов и лесопилок. В сегодняшнем Архангельске сохранилось несколько зданий, в которых с любовью воссоздан дух той эпохи. Дубовый паркет, изразцовые печи со столетней историей, мраморные подоконники, старинная мебель. В каждой детали тщательно воссозданных интерьеров частичка того времени. Прежний купеческий Архангельск остался не только в старинных интерьерах и черно-белых фотографиях. Увидеть и узнать Архангельск таким, каким он был 100 лет назад, можно на пешеходном проспекте Чумбарова-Лучинского. Его называют Архангельским Арбатом. Именно здесь, возле старинного здания коммерческого собрания, ставится самая первая в России новогодняя елка. Проспект Чумбарова-Лучинского сегодня стал любимым местом прогулок горожан. Здесь есть все, чтобы провести время с пользой. Магазины, кафе и рестораны. Еще одно традиционное место для прогулок горожан – набережная. Лучшее место, чтобы встретить сезон знаменитых архангельских белых ночей и полюбоваться двинскими закатами. Летом на севере солнце заходит за горизонт лишь на пару часов. Архангельские театры – отдельная увлекательная часть культурной жизни города. Самый знаменитый – молодежный театр, или театр Панова, как называют его по имени создателя и главного режиссера театра Виктора Панова. Визитная карточка летнего Архангельска – международный фестиваль уличных театров. Самое яркое и шумное событие северного лета стало любимым зрелищем горожан и гостей города. Русский север – край самобытной культуры и замечательных народных традиций. Уникальная коллекция северных икон – настоящая жемчужина Архангельского областного музея изобразительных искусств. Это одно из лучших собраний иконописи в стране. В музее представлена и коллекция классической живописи. В экспозиции можно увидеть шедевры Айвазовского, Рериха и Врубеля.